Всем здорово, ребята, это канал Steel Production, меня зовут Душный, я тут, ну, типа, как будто бы делаю реакции, на самом деле, ни черта не делаю, потому что я ленивая тварь. Чтобы я не был ленивой тварью, поставь, пожалуйста, лайк и напиши что-нибудь в комментариях. Я, кстати, купил процессор мощный, теперь можно будет без проблем записывать реакции, даже стримить, вот. Но это уже 10-й вопрос и так далее. Сегодня спонтанно решил записать реакцию, потому что этот клип Оксимирона новый на первом месте в трендах Ютуба. Мне интересно стало, что там, короче, такого происходит интересного, что оно на первом месте. И вообще странно, Окси что-то активизировался, что-то прям у него там, я не знаю, муравьи заиграли в штанах, клип за клипом. Понимаю, что это прогрев перед каким-то туром, но не суть, короче, давайте просто посмотрим на это дерьмо и, возможно, даже насладимся старым добрым Окси, а может быть и нет. Подписывайтесь на этот канал. Блин, подписывайтесь. И почему нет реакций? Почему я не снимаю? Да потому что нет людей. Потому что вы не подписываетесь на меня, ребят. Подписывайтесь, и мне будет приятно. И плюс еще маленькая мотивация, чтобы действительно записывать реакции. Опять я много базарю в начале. Погнали нахрен. Сука, камон, пеленаю тебя, Тутанхамон. Ты свинья, ведь тебя режу тут на хамон. Грустный тромбон, тебя уебут топором. Помашу платком, ты очалишь. Грустный тромбон. Ма-ма-ма. Кто помнит, кто шарит, кто в теме. Топором у тебя на шее айс, у меня снежный бакс. Я вижу вас и думаю, что бы сделал первый класс. Твоя, блядь, называет меня спермобак. У твоей мамы стоит очередь, там верхний Ларс. Все гангстеры, целки, их фаны, инсен. Верхний Ларс, вся эта ситуация с СВО, с тем, что сколько людей, короче, начало соскакивать с России. Окси, короче, решил в каждом треке, в каждом клипе затрагивать эту тему СВО. Лицемерно, ведь между ног хуй, хоть она и цисгендер. У тебя инцест в семье, твои предки не шахтеры, но отец в земле. Старый добрый Окси, времен, когда он был с Шоком, начало их пути, мамы, вот эта вся суета, короче. Где вы постарели, как пиле, пиле, они в белом белье делают минет, минет. Пососи мой хуй, эй, пососи мой хуй, пососи мой хуй. О боже. Мой красивый хуй. Мирон. 10 лет. 10 лет ты... хавал в себе определенные, короче, ситуации, обстоятельства. Они тебя гнобили. И как только ты записал трек 10-минутный, да, «Кто убил Марка», рассказал свою историю, о которой и так все знали, я не знаю. Теперь ты решил просто взять и... взять и вернуться к тому, чем ты занимался, и за что ты, собственно говоря, выхватывал лещи. Но в целом, это мудрое решение, потому что в 2023-м я сомневаюсь, что кто-то накормит его лещами за слова и за треки. Вот, это очень-очень-очень маловероятно, поэтому, собственно говоря, можно делать все, что угодно, особенно находясь где-нибудь в районе Лондона. Ну такая грязючка, типа, эй, what's up, я вернулся, типа, you know. Скажут, хоуми не пошли, у твоей матери красное море, сунул в нее посох, у нее воды отошли. Флоу Моисея, сука, пьет мое семя, она дрочит на форуме и срет Колизея отношения с эмоциональными качелями. Но, сука, иди сюда, чужие мамы, светочей моих, ебу ее в загородном имении, моя вечеринка, дом с нормальными евреями. У твоей маманы белка и тяга, ее покерфейс ждет уголовки на Леди Гага. Тяну ее за дряблую кожу, она вылитая белка летяга. Ну, прикольно, прикольно, окей. Панчи классные. Как говорится, талант не пропьешь. Согласен. Согласен.
Красава. Возьму, сделаю бит, запишу текст, нахуй, я записал, нахуй, домой съебался, обработался. Nice. Офигенный прогрев перед туром концертным. Поэтому он так, собственно говоря, взялся, короче, за эту суету. Рвет свою попку лондонскую, чтобы, короче, как можно круче провести этот тур. Это понятно, я это не осуждаю. Красавчик, так и нужно. Вот. Трек в целом прикольный, старый добрый Окси, грязюку накидал туда. Есть ощущение, конечно, что типа специально он ее туда накидал, чтобы показаться как будто старым Окси. Чересчур как-то вот, ну, чересчур как-то насыщенно. Как будто бы это вот, ну, перестарался, скажем так. Вот. А так в целом прикольно, прикольно. Посмотрим, что будет дальше. Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на ссылки в описании, если я их туда добавлю, не забуду. И собственно говоря, напишите что-нибудь в комментариях, чтобы это видео как можно лучше ранжировалось на аудиторию. Да, вот такие дела. Все, всем салам алейхум.